Сейчас подойдем поближе к воде, и я расскажу, какие бывают типы волн и берегов, на которых они образовываются. Пляжи и типы волн можно разделить на два основных вида. Это рифовая волна, то есть она получается, разбиваясь об подводный риф или об какой-то длинный камень или плато. Он чаще всего жесткий, и там ребята катаются более опытные, потому что можно упасть на какое-то неприятное местечко и, например, пораниться. Поэтому будьте аккуратны с такими местами. Если вы приехали на незнакомое место, так называемый спот, где катаются ребята, лучше поговорите с местными, кто здесь часто катается, потому что они знают устройство берега, они знают дно и смогут вам подсказать, как вам будет комфортнее и более правильно кататься именно в этом месте. Второй вариант – это бич-брейк. Мы стараемся проводить занятия именно на Шамаре, потому что это безопасный спот. Не страшно, например, встать на берег, не страшно положить доску и не страшно, например, упасть с доски, потому что там нет каких-либо опасных вещей, кроме воды и глубокого дна. Конечно же, теория в Ютубе – это вещь очень полезная, у вас складывается понимание и представление. Но я вам посоветую отучиться у опытного инструктора и пройти полное обучение в полноценной школе.